В Нижегородской области прошли всероссийские юношеские соревнования по бадминтону «Эмеральд Кап» серии «Йонекс Гран-при 3 звезды». 407 участников из 40 городов России боролись за пьедестал. За команду Подмосковья выступали 33 спортсмена спортивной школы Одинцова: Арина Войтутикова, Лада Горбатова, Луиза Аюбова, Лера Исакова, Дмитрий Ланин и Егор Пересецкий привезли медали разного достоинства. Это блестящий результат совместной работы ребят и их тренеров.